Повернись. Окей, ладно, да, мы все смотрели. Канал говорит, мы все. Всем хай, с вами Юджин, и сегодня мы с вами играем в полноценную версию The Mortuary Assistant. Как вы помните, почти что год назад мы с вами играли в демо этой игры, и оно было очень многообещающим и очень-очень страшным. Посмотрите видос, сами увидите, как я обсирался. И сейчас у нас есть с вами уникальная возможность обосраться по полной, потому что полная версия, ну вы поняли. Итак, начинаем новую смену в морге. Узнаем, что нового будет в этой игре, насколько она стала длиннее, стремнее, опаснее для наших с вами нервов. Короче, все здесь, сейчас. Поставь лайк заранее, если ты любишь хорроры от Евгения. Месяц хорроров, который не заканчивается уже полгода. Стоп. Я так рада, что так закончилось. Спасибо. Кат-сцены появились, это круто. So, you haven't told me what's next. Will you get a job where you are, or? They actually have everyone they need, but my old teacher, Mr. Delver, transferred me to his office to finalize my internship there. Oh, well, that's good. I remember you mentioning him. Where's he located? Are you moving away from me? No, I'm not moving. Эта женщина выглядит так, как будто бы мы с ней будем заниматься в морге. Oh, Rebecca. I don't like that. Grandma. Even I've heard things about that place. Just be worried about you. People make up stories. Death is a scary thing to a lot of people. And we try to explain things we don't understand, and we want comfort when we lose someone we love. I mean, no one's embalming any ghost bodies or whatever. It's fine. Right, right. I'm sorry. But I wanted to give you this anyway. So, оберег? Here. Оберег дашь мне, да, сейчас? Оберег! I don't know if I want that. Ничего хорошего это не предвещает. It should be yours anyway. Нам уже в двух играх от Чилосар, тоже хоррор, давали обереги, и всегда это приводило к чему-то ужасному. Почему я вижу курсор? Мне надо взять оберег? Thanks. А, я взял. All right. Enough spooky stuff. I'm so proud of you. When is all this happening? When do you start? I've actually been there for a few weeks now. My review is tomorrow. Она просто окунула свое лицо только что в эту чашку. И такая прям залезает туда полностью в эту чашку. И хоррор начинается прямо здесь и сейчас. Это необычно, что они добавили кат-сцену от третьего лица. Мне кажется, в хоррорах очень важно находиться всегда в теле главного персонажа, чтобы с самого начала. Обычно, кстати, так и делают всегда. Но если это не Silent Hill, где все изначально построено от третьего лица. All right. Here we go. Да. То есть такие вещи немножко дистанцируют. Вот. Они меня дистанцировали от этой женщины, которую мы играем. И, кстати говоря, мы уже сразу в морге. Они избавились от сцены в начале в квартире. Хотя, мне кажется, это было как-то поприкольней. Все, мы сейчас будем начинать такие ныть. Раньше было лучше, вот в первой версии. Ладно, смотрим. Ребекка, одна последняя вещь, которую я забыл тебе дать. Пожалуйста, возьми карандаш из моего стола и подпиши. Спасибо, Зоя. Удачи. Окей. Я взял? Почему она до сих пор мигает? Видимо, напоминание нам о том, какая у нас задача. Итак. Ну вот же карандаш. Ага. Взяли. Он используется, чтобы подписать бумаги, которые слева. Какие? Вот здесь? Это надо подписать? Стоп. Инвентарь. Да, у нас тут большая работа с инвентарем будет. Используйте большие предметы, чтобы положить в ваши руки. Если обе руки заняты, вам нужно выбросить один предмет перед тем, как поднимать другой. Окей, хорошо. Надеюсь, это будет как-то круто использоваться, эта механика в игре. Мы взяли карандаш, но его нету нигде. Где? В кармане нету ничего. Где мой карандаш? Как положить его? Блин, как все сложно. Это быстрый инвентарь, мы только что с вами открыли. Итак, используйте его
и выбираете предметы, которые хотите использовать. Большинство, но не все места, в которых нужно будет использовать предметы, будут отсвечивать иконкой специальной. Окей, хорошо. Правой кнопкой. Что? Ага. Все, мы, кажется, можем теперь карандашик в ручку. Я не понимаю ничего. Как использовать? А, вот карандаш. Да, подписали. Блин, какая сложная работа с инвентарем в этой игре. Все. А, да, у нас же есть здесь физика! Чтобы проветрить эту вонищу, которая вот здесь вот скопила. Ой, блин! Тебя здесь не было в демке, что ты здесь делаешь? Итак, перемещать усопшего. Используйте тележку, наверное, да? Герни, не знаю, что, которая стоит позади. И нажмите взаимодействующую клавишу. Клавишу взаимодействия. Потом идите назад. Ага, все, я понял. Короче, как использовать тележку? Хотите, чтобы я отнес это тело? Этого беднягу, да. Оп. Отвез. Везу. Блин, как меня напугал этот начальник. Опять же, раньше было лучше, считаю я, поскольку мы были одни, и ощущение, что мы одни, оно очень нагнетало всегда. Мы одни с телом. И мы, естественно, ждем, пока он проснется и нападет на нас. Итак, чтобы отвести тело, нужно сделать вот то-то, третье, десятое. Надо открыть сначала. Открыть. Вытащить. И тело завести. Сейчас мы его так... Оп! Сейчас мы аккуратненько припаркуемся. Ногами, конечно же, вперед. Ведь так тела нужно в дверь вносить. Вот, все. Домой. В новый дом, точнее. Ах. Блин, а как его? Я правильно вообще сделал? А это зачем? Кажется, теперь нужно... Стоп, надо теперь тележку эту взять, да? Поставить сюда. Есть. Все, миссис... Мы выдвинули, а мистера задвинули. Вот так. О, я помню, какие муки ты нам доставила в свое время. Сейчас. Погодите. Погодите, да. Конечно же, ногами вперед. Только так. Вот. Камера так медленно двигается, когда я... Извините, когда я везу эту телегу. От, сэр. I'm just finishing up something here, so why don't you grab the clipboard and start recording identifying marks? I'll get out of your way when you're done and let you hop in here. Хорошо, давайте берем эту штуку и давайте все записывать. Итак, это клипборд, чтобы задание смотреть. Все, мы взяли его. Итак, пробел, чтобы увидеть надписи. Итак, голова. Давайте осмотрим голову. Ага, чтобы посмотреть голову, нужно ее крутить, вращать. Как ее вращать-то? Ага. Налево. Направо. О, тут у вас сыпь. Кажется, какой-то стрёмный герпес. Ну ладно, мы записали. С глазами все в порядке. Ну, кажется, все. Назад. Мы записали? Ой, что это? Вот. Да, смотрите. Кератолисис у нее на щеке. Я не знаю, что это, но звучит стрёмно. Итак, грудь осмотрим. Хорош. А, мы не грудь. Все, мы записали. These old windows never stay latched. А! Это окошко, окей. Короче, да, у нее следы очень страстной ночи на спине. Итак, повсюду какая-то вот эта вот сыпь. Что это такое? Поверни. Так, это мы что смотрим? Опять смотрим руку? Я уж боялся, что мы туда будем прям заглядывать, но... Ладно, нам повезло. Эта игра пощадила нас опять. Это пациент Zero, это какая-то новая болезнь, новая пандемия, кажется, нас ждет. Так, что у нас на ногах? Все хорошо. Педикюр отпадный. Опять смотрите. Кажется, все? Кажется, да. А, вот еще родинка.
еще, смотрите, что. Climb on in here and put everything into the record system. Don't forget to take the printout to the front desk so Zoe can add it to the packet for the family. After that, we'll get started. Так мы вдвоем будем? Это кооперативная игра. Ага. Значит, мы должны нажать. You'll die here. What was that? I didn't say anything. You all right? Yeah, I'm fine. Sorry. Это круто! Это круто! Он мне прям на ухо шепнул! Я настолько не ожидал этого, это так пробрало меня сейчас. Окей. Так, имя. Ага. Ай, простите, нет, это не так ее зовут, извините. Дороти, Дороти, да. Кератолисис я ее назвал, миссис Кератолисис. Итак, левое плечо. Это вот левое плечо. Правое, вот. Левая рука. Блин, он сказал мне, что я сдохну здесь. И я обосрался, честно. Так, правая нога, сыпь. На левой ноге ничего нет. В голове кератолисис. А это пусто. Все, кажется. Есть! Ты все еще... Мразь, что ты сказал мне? Я слышал, как ты сказал это мне. Блин, это он будет всякие стрёмные штуки делать здесь, в отличие от демки. Весь страх в нем заключается. Это крутая игра теперь. Теперь это еще круче. Когда ты не знаешь, чего ожидать. Вроде бы он нормально себя ведет. Обычный человек. Но он какой-то одержимый сатаной явно. Итак, отчет. Это просто вся информация об этой женщине, о Дороти. Давайте заберем это. Куда мне это деть теперь? Наша задача какая? О, идти сюда. Я слежу за тобой, мразь. Кто наследил здесь? Ага, и нужно теперь вложить. А, вот, кажется, да, дроп. Ой, блин, я дропнул. Черт. Использовать. А, вот, есть. Хорошо, пора заниматься дальше делами. Бальзамировать, да? Все, давайте закроем здесь. Это мне уже как-то страшно. Everything's Хорошо. On your list there, if you need it. Окей. Закроем. Что? Кто звук издал? Все в моем списке. Итак, нужно закрыть ей челюсть. Ща мы заткнем. Заткнем эту стерву. Где? Так. Needle injector. Это инжектор, который должен сделать. И какие-то иглы. Это что? Это топ-кар. Нет. А это? Нет, 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 нет. Кажется, вот. Или что? Блин. Я уже не доверяю этому чуваку. Неприятно. Стоп. Needles. А вот инжектор. Берем. Хорошо, сейчас мы ей рот заткнем. Итак, чтобы исправить лицо. Сейчас фейстюном поработаем немножечко. Окей. Что я должен сделать? Я не прочитал. А, наверх. От! Что мы делаем? Давай, вбивай кол ей в рот. Тебе нравится? Нравится, бич? На тебя. Ага, ага. Мы просто долбим ей пасть. Другого слова не подобрать. Так, хорошо, да. Вот мы зашили ей. Стоп, мы зашили? А, мы продолжаем зашивать. Все, вот так лучше. Так менее зловеще выглядит. О-о-о. Отвратная работа у меня. Просто отвратная. Я так понимаю, в конце этой игры мы должны будем нашу бабушку оприходовать здесь. Которую мы видели вначале в кафешке. Так. Ладно, что дальше? Глазные
капы вставить, чтобы закрыть глаза. Итак, так-так. Это что? Ага, вот я вижу. Берем. Чтобы поставить капы, короче, да, нужно вот эти вот ползунки провести. Так, так. Ну, прекрасно. А мы вставили капы-то? Не вставили еще. Вот. Для чего эти капы нужны? Не понимаю. Хорошо, это мы сделали. Следующее. Немножко замиксовать всякого барахла, всяких химикатов. Начнем, значит, глютаралдегид. Глютаральдегид, видимо, так это правильно говорить. Глютаральдегид — это... Давайте все возьмем, почти чем мы паримся. О, нет, что, у меня карманы полные теперь. А! Кто? Что? Sometimes we get chemicals that haven't been stored properly, and it can make them pop like that. Just keep doing your thing. I'll get it. Ты меня дрочишь, что ли? Не понимаю. Это ты делаешь. Это ты делаешь. Что я взял? Дать как положить его в карманы? А, ладно, давайте бросим все нафиг. Drop. Нам не это нужно. В первую очередь нужен глютаральдегид. Это, по-моему, вот это. Нет, это... Да, е-мое, формальдегид. А, есть. Хорошо. Добавить. Дальше у нас есть что? Да, е-мое, не те нажимаю. Метанол. Это ты, да? Нет. Ты, что ли, метанол? Ага, берем. Далее, химиткант. Вот он ты. Перестань на меня так смотреть. Хорошо, и теперь берем вот это последнее. Сейчас приготовим классный бульончик. Что теперь? Сделайте инъекцию, или инсижн, не знаю, что значит. В каротит, артерию, да, инъекцию, короче, сделайте в артерию и в вену, короче, много научных слов. Давайте будем тыкать, пока не забальзамируем эту женщину. Сначала нам нужен скальпель. Берем. Какую-то там артерию нужно сделать. Сюда, что ли? От! Итак, некоторые предметы могут использоваться напрямую в теле. Чтобы использовать предмет, откройте быстрый инвентарь и выберите предмет. Ага. Клипборд запихнуть. Не, у меня нету нужного предмета, извините. А это что такое? Я даже не могу подобрать. Откройте. Не могу открыть. Хорошо, возможно, мне нужно... Используйте форсепс. И тубинг. Ага. Вот они. Это ножницы специальные. Берем. И используем топка. Вот тубинг. Есть. Во, видите, мы всего набрали. Отлично. У нас теперь в инвентарь добавляется. Почему до этого не добавлялось? Фиг его знает. Давайте сразу там все возьмем. Все, не могу почему-то держать. Ладно. Итак, используем быстрый инвентарь. Нам нужно, да, вот эти штуки. Мы взяли одну, у нас почему-то их две. Запасная, видимо, появилась. Хорошо. И теперь... А, теперь тубинг. Вот, подключили. Теперь добро пожаловать в матрицу. Окей. Мы это сделали, мы подключили. Есть! Галочка поставлена. Итак, запустите насос. О! Тебя не пугает это? Эти звуки? Ой! Много крови. Давайте встанем вот здесь, чтобы смотреть на этого мужика, потому что я не знаю, что от него ждать еще. Он действует мне на нервы. И эта дверь... О, нет! Ты видел? Там человек прошелся!
Это, возможно, Боб, которого я только что положил в ящик туда, в шкаф, в холодильник. Сколько литров крови у этой женщины? Так, знаете что? Пойдемте разберемся, кто тут гуляет по моргу? Фига я смелый, я пришел сюда. О! Все, что дальше? Включить, выключить насос, уберите все эти, все эти трубки убрать. Закрыть рану. Есть! Итак, нужен резервуарный пакет. Пустой. И cavity, жидкость cavity. Я не знаю, что такое cavity. Где, 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 где? Это что такое? А вот и пакетик. Ну, здорово. Нет, 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 там было что-то опять. Ты видел это? Короче, нужна вот эта вот фигнюшка. А, может быть... I can't use that here. А где его используете? I'm missing something. Итак, нам нужно топ-кар впендюрить сюда, хорошо. I can't use that here. Я не могу это использовать? Почему? А почему? А что происходит? А, вот же, подсвечено. Прямо для тупых все подсвечено. И что мне нужно сделать? Использовать этот пакет. Блин, мне кажется, за мной наблюдают постоянно. Все, мы это сделали? Да, мы это сделали. Значит, нужно вставить топ-кар. Ага, все, вставили. А кто надрез сделал? Ой, блин. Да, точно, я помню, это было. Мы делали это. Хорошо. Липосакцию делаю трупу. Зачем ей это надо? Она и так худая. Вы прекрасно выглядите, женщина для вашего возраста. Еще немножечко осталось вот здесь. А, все хорошо. Я уже чувствую, что эта игра будет на нервы мне действовать. Так. Где бы мы ни стояли, идти сюда. Зачем? Используйте что-то там в ванной, замиксуйте, чтобы сделать чистильщик танков. Ну, это не танк, а контейнер, наверное. Чистильщик контейнер. Опа, это мы. Ладно. Берем это. Ага. Берем. Есть! I can't hold anything else. А, все, не могу? Что у меня теперь в руках? Tank cleaner, да, есть. Идем. Мне радует, что хотя бы еще светло немножко на улице. Господи. Как гнетет тут атмосфера с тобой, когда ты так стоишь, руки сложив. Как будто ты вечно мне недоволен. Что мне нужно? А, почистить эту штуку, да? Буль-буль-буль-буль-буль, чистим. Что там дальше у нас? А, мы продолжаем это делать, хорошо. Ждем. Неловкое молчание. Мы сделали? Отлично. Итак, теперь увлажнитель надо нанести. Я так понимаю, это оно. Да. Увлажняющие салфетки. Окей. Сейчас мы тебе протрем. Используйте. Ага. Ох. Сейчас мы. Ага. А, надо жать. Так. Что делаешь, мать? Мать, брось! Я, видимо, не те салфетки использовал. What? Why don't you go ahead and head out? I'll take over from here. Я домой? Are you sure? I just got here. Don't worry. You're doing great. I'll get the last of your paperwork sorted today and call you in for your first shift. Ладно, я пошла. Пошла я. У меня есть еще одна ночь, чтобы нормально подумать о том, правильно ли я профессию выбрала себе. Все, уходим. Уходим, фух. Что он будет делать с трупом? Одному ему известно. А, мы дома! Но
I'm just really worried. He was supposed to finalize my stuff today. And he said he would, right? Yeah. So, that's a good thing. Вот с этого началась демка в прошлый раз. It just didn't feel like he meant it. Like he just said it to get me out of the building. Wait a sec, I have another call. Hello? Hey, Rebecca. It's Raymond. Oh, hi, Mr. Delver. Look, if I did anything wrong today, just... No. I wanted to apologize. You've done a fantastic job. Just not feeling too well. That's actually why I'm calling. I know it's late, but we just got 3 new cadavers, and no one else can make it in right now. I was hoping you could come in and take care of them. Well, yeah. Are you sure? I mean, of course. Excellent. You're doing me a huge favor. I took care of the rest of your onboarding. We're all set. And your new badge is in your personal belongings drawer in the back room. That's great. Thank you. I'm on my way right now. I hope you feel better. Thanks again. I'll see you tomorrow. Bye. Holy shit! That was him. He signed me on. He needs me to come in tonight. See? I told you it was fine. Congratulations. Thanks. I have to go. Like, right now. I'll talk to you later. Самое время запустить беседу в комментариях. Я не понимаю, как можно работать с трупами и жить нормальной жизнью. Я не понимаю. Если кто-то из вас занимается этим, напишите в комментариях, как вообще у вас отношение к жизни. Есть ли какие-то изменения восприятия жизни, что такое жизнь, что такое смерть? Стало ли проще относиться к этому? Нет, мне на самом деле очень интересно. Я думаю, и другим зрителям тоже. Пишите в комментариях, друзья, все, кто работает в этой сфере. Я не говорю, что мне есть что-то плохое. Я просто лично для себя, у меня какой-то шок постоянно, когда я думаю об этом. И я понимаю уже, что меня ждет дальше в игре. И шокируюсь еще больше. Так, вон мои ключи. Напишите. Я думаю, нам всем будет интересно почитать. После того, как мы с интересом посмотрим этот видос. Все. Нахрен. Все, нахрен. Пошли. Фу, немножко выплеснул злость. О, боже мой. Теперь мы тут одни. Твою же налево, мы теперь тут одни. Посреди ночи, когда дождь моросит. Отвратительно. Все, ногой вышибаем дверь. Что? Что было? Что она? От чего она? Кто ее? Чего она испугалась? Я не понял. Я не видел. Mr. Delver, I need help. Someone's outside the mortuary. Just что? Stay calm. I know you're scared. I'll unlock the door in a moment. What? This is very sudden, but listen to me. We have to start right away. I'm sorry. I didn't know until it made itself known this morning that it was here, let alone bound to you. I had no way of knowing the possession had started. What? Look, this isn't funny. Stop. You need to take this seriously. You need to act quickly. This is insane. I'll just leave. I'll just fucking leave. You can't leave, Rebecca. I can't allow that for you or for others. It's far too dangerous. What am I supposed to do then? Most bodies I work with at night are fine. So we stay calm, okay? We embalm, file the paperwork, everything. Treat it like a normal day. Staying focused will help. I left some things for you on the desk. I'll call again when you get to the embalming room. No, wait. Ugh, damn it, what the fuck? Вон она, бич! This is insane. Okay. И все. This is so stupid. It's just some hazing for the new girl or something. Just play along and do your job. Это так неожиданно, что он все вывалил прямо на нас сразу, сходу. Короче... Так, что это? Для Ребекки. Берем. Все, хорошо. Это мы, чтобы записывали аудиожурнал, да? Кассетка какая-то. Можем записать?
Дорогой дневник, сегодня первый день моей работы в морге. И, походу, последний. И не потому, что я увольняюсь, а потому, что меня убьют сейчас. Конец связи. Записи. Связи. Похрен. Так. А, где мой клипборд? Клипборд мой. Он там. Он в комнате с трупами. А, черт, мне нужен ключ. Старый ключ, не тот. А вот. Да почему бы просто не вышибить окно и не уехать отсюда? Машина же там стоит. Клипборд, кстати говоря. Ладно, еще рано. I'm sorry, but this entire thing is extremely unprofessional. If this is how you treat new hires, I don't think I can work for you. This isn't funny. Rebecca, you don't have to believe me, but I hope you do before it's too late. The only way to save yourself is to banish the demon before you're too far gone. To do that, you will need to learn the demon's name, bind it to its chosen body, and burn it in the retort. Look, I know this is going to take in. I wish I could do more for you. I had years to learn what I know. You have hours. I've recorded a number of cassettes to instruct you in the hope that having a physical object with a known message will help you stay grounded. I won't be calling again. You can't trust the phones. Anything can be manipulated. Listen to the tapes. Learn the demon's name. Burn the correct body. Most important thing in the room is in that cabinet. Open it up. Good luck, Rebecca. I'm sorry this had to happen. This is insane. Whatever. Just be the professional one, grab a body, and get started. Тут целая куча кассет. Этот телефонный звонок тоже может быть уловкой, да? Получается, ладно, кассета первая. Давайте прослушаем ее. А как ее прослушать-то? The Night Shift Database. A computer program combining all my findings into one reference point. Смотрите, какая кружка. You know what? Screw this. I'm calling the police. Tools used. Ой. And most importantly, стоп, стоп! Я случайно нажал! Нет, нет! If you ever forget what to do, replay these tapes or look it up in the database. The collection of demonic names is the most crucial piece to the puzzle. Will need this information. My ID card is in my personal belongings drawer. On the back is the passcode to access it. Use it. Короче, вроде бы как надо переслушать кассету, потому что я из-за паники того, что начал одновременно набирать, и кассета проигрывалась. Я думаю, сейчас какой-то тоже диалог будет, еще что-то, и я не знал, как я это потом буду переводить, и как я это буду потом на видео вставить, что я буду с этим делать. Ну, в общем, я думаю, я разберусь по ходу дела. О, смотрите. Давайте теперь послушаем... Стоп, а мы здесь не... Да, здесь ничего нет. Давайте послушаем эту кассету. At every moment, the demon is funneling its energy through you, weakening you, until you are unable to resist. Identifying a demonic entity is a delicate balance. The further you are from possession, the more time you have. The closer you are, the more the demon will make itself known. Allowing you the information to guess its name and the body it's bound to. The only way I've found to tell how far along a possession is on your own is to scribble on a piece of paper. Don't think about it. Just scribble. Look carefully. If you notice anything strange, it's starting to take hold. There's a notepad and a pencil on the desk in the front room. Checking from time to time can give an idea of how long you might have. Погодите, эта игра не просто такая сюжеточка, это именно реальное сражение с демоном, использование механик, чтобы мы могли победить. Oh my God. То есть мы должны пойти, посмотреть на бумажку, увидеть там каракули, каким образом это... Идем спокойно! Спокойно! Ну все. Увидеть каракули. Где? Он оставил здесь. Итак. Ага. Подобрать. И как нам посмотреть? Что? Это что значит? Ну мы покаракулили.
типа, это хорошо, это еще не демон, да? То есть, если мы начнем какие-то... Короче, мы увидим потом. Че гадать-то? Че гадать? Надо работать. Клипборд, берем. Забираем, да. Хорошо, да, я смогу так слить. Ой, господи, нам придется сейчас все это заново делать. Ладно. Ладно, закрываем дверь. Нам нужно вычислить правильное тело, которое... Блин, я как будто реально в морге нахожусь. Так страшно здесь. Не, идти... Три тела, да. Вы тело? Это тело. Это новое тело! Ее не было здесь. О, стоп, тележку забыли. Блин, ну это вряд ли она. Окей, использовать. Мать. Все, поехали. Поехали, мадам. А, такая молодая. А, как жалко. Можно так представить, что это мое тело. Что-то меня везут. Напряжение я испытываю внутри. Давай заценим. Ладно, мы сейчас тоже тебя будем резать. Опять у тебя сыпь. Опять сыпь. Хорошо. Что там у нас? Записал. Давай с головой. А, давай сразу с рукой. Блин. Hello? Мать! Ты что ты делаешь? Все. Все, пойду в МАК работать, заказ состоять. Где там? Все нормально, нету еще. И меня еще не захватывает демон. Все в порядке. Давай, поверни чертову руку. Все хорошо с твоей рукой. Надо. Ноги. О, вонючие ноги какие-то там были. Что это? Ага. Повернуть. Окей. Здесь все хорошо. Здесь... Слушайте, очень хорошее тело, чистое. Ну, герпес немножко заметен. Мы его, кстати, записали? А, повернитесь, да. Точно. Как-то она медленно поворачивается. А-а-а. Мы можем ее так вот теребить туда-сюда. Хорошо, я не понимаю, записали мы это или нет. Давайте теперь с этой стороны. Блин, придется обойти вот так. Все, повернись. Да все вроде бы в порядке. Ладно. Что у нас вообще получается там? На плече. Почему мы не записали? Или... Не, мы записали краски на плече. Но в принципе очень даже все чисто. Давайте вобьем ее данные в компьютер. На сайт трупных знакомств. Итак, имя. Джен. 27 лет. Голова в порядке. Правое плечо, только у нее есть. И вот на ногах. Так, правая нога вот это, левая вот... Погодите. Правая нога. Есть. Что-то не так? Получилось? А с головой что не так? Не, погодите. А, господи, забыл плечо вбить. Вот. Да. Есть! Все. Распечатали. Окей, берем. Ладно. Нужно сразу, получается, положить эту папочку туда. Бежим. Главное делать все быстро, четенько. Репорт, вот. Хорошо, пора бальзамировать. Ладно, начнем это дело грязное.
Так, нужно закрыть ей рот. Почему у них у всех рты открыты? Доктор, босс, что вы делаете с телами? А где все? Тут же все лежало. О, нет. Теперь нам нужно здесь рыться. Тут так темно. Я не помню, что там лежит. Что происходит? Что-то было? Итак, нужен needle injector и settings needle. Вот что нужно. Injector. Это где-то там. Хрена не вижу. Это что такое? Нет, это тюбинг. Хорошо. Это салфетки влажные. Всякие химикаты. Блин. Может быть, это здесь все? А! Есть! Все, есть, отлично. Блин, давайте закроем дверь. Что-то некомфортно, когда она открыта. Ладно, давайте. О, боже мой. Вбить, кол. Вбить. Слушай, челюсть. Блин. Все хорошо. Блин, просто сожгите меня, когда я сдохну. Просто сожгите, я не хочу вот это. Это унизительно. Это очень неприятно. Следующее. Вставьте в глаза капы. Окей, где это у нас барахло лежит? О, блин, смотрите. Я помню, был скример в прошлый раз здесь. Это не то. Это что? О, берем. Или пофигу. Что это? Стоп, записка? Реймонд, мне очень нужен ключ от люка снаружи. Очистителя мало осталось. Ты упоминал, что где-то там внизу есть еще остатки. Я знаю, ты не доверяешь никому, чтобы спускаться туда вниз. Но хорошо, если бы у меня все-таки была бы копия ключа. От этого бы все стало гораздо проще. Зои. А это что? О, да, я помню это лицо. Эту фотку омерзительную. Хорошо, здесь ничего нету. Что это? Ага, глазные капы. Ну, наконец-то. Просто глазные капы доставим. Давайте ставим. Положить. Нет, стоп. Приоткрыть. Нет, идите. В сраку идите. Кто постучал? Каракулис еще в порядке. Я еще пока не одержим злым духом. Все, пора глютаральдегид. Но тоже можно взять эту штуку, она тоже нужна. Давайте. А, можно жить не в порядке, в определенном, а просто как хотим. Нет, вот где-то здесь. Что это? Что это? Нет, это не то. Блин, тень дурацкая. Берем эту штуку. Не могу еще класть. Хорошо, сейчас вот так. Нальем, берем. Наливаем. Что там у нас еще осталось? Метанол. Ты где? Где-то я тебя видел, по-моему. Это метанол. Ну что ж. Теперь... Реагент в старом шкафчике? В каком старом шкафчике? Какой старый шкафчик? Я не понимаю, о чем ты говоришь. Вот здесь? А! Ключ! Вот. Мама, еще кассета. А это реагент. Ладно, давайте послушаем кассету. To banish a demon to hell, it must be bound to its chosen body and burned. The three objects in this cabinet are your tools. First, the clay tablet in the center.
Placing the smaller pieces in the correct configuration will spell the demon's name. Second, the bottles on the top shelf are a special reagent that will react to the mark. Add a bottle to the embalming mixture during the process. When the mark is placed on the correct body, with the reagent inside, it will force the demon to become bound to it. Pay attention to signs that you have chosen correctly. They can be obvious or extremely subtle. Once you are certain the demon is bound to its vessel, burn it. Finally, the pieces of paper on the right are called letting strips. It must inscribe the sigils of its name in our world to begin the evocation. You will need to uncover these sigils to use them. Hold a letting strip up while wandering the mortuary. If it begins to smolder and burn, you're close. When the paper combusts, the sigil has been revealed somewhere in that area. They can be anywhere, so look on walls, under objects, inside furniture. Anywhere. The demon will inscribe its sigils over time to try and hide them, so check regularly. Once you uncover the sigils, use the night shift database to decide which demon you're dealing with, and use that knowledge to create the mark. The steps are simple. Add the reagent to the embalming mixture. Uncover the sigils. Build the mark and place it on the body. Then, when you're certain, burn it in the retort. Очень просто, блин. Я каждый день демонов изгоняю из этого мира. Мразота, ты сказал, что ты годами это изучал, а я должен вот прям за 5 минут понять, что делать. Хорошо, я добавляю реагент. Посмотрим, как оно будет. Что? 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 Что-то стало. Как будто помутнело немножко в глазах. Какой там у нас... А, нам же теперь нужно... Так, все, мы сделали, да, смесь необходима. Теперь нам нужно использовать скальпель, чтобы вспороть ей шею. Скальпель. Хрен поймешь, где этот скальпель. Ладно, ладно, просто это будет периодически происходить. Все окей. Вот скальпель. Сейчас мы тебя вспорим. Вспорим тебе. Что мы должны вставить должны? Забыл. Назад. Назад. Итак, мы должны туда... Ага, тюбинг и форшипс. Нет, это не то. Начинается! Начинается! Ты думаешь, ты меня испугаешь? Ты думаешь, ты, бэч, меня испугаешь? Где тюбинг? Тюбинг. Не знаю где. Куда делся? Где-то я видел, как будто бы. Это что? Нет, это не то. Это не то. Это не то. Так, здесь? Вот здесь, по-моему, да, был? Да. Отлично. Нужно поторопиться, демон не дремлет. Так, вот это используем. Отлично. Теперь будет громко, и это будет очень... Кто такой? Что это? Откроем? Что было? Что было? Что было? Что было? Что я сделал? Что получилось? Что-то я взял? Так, стоп. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Демон начинает. Начинает свое проходить меня внутрь. Все, стоп, смотрим внимательно на знаки. Они должны быть явные или не очень. Демонский реагент должен сработать. Или эта женщина невиновна? Блин, неприятные звуки. Ладно. Типа, все. Закончили. Итак, выключи насос и уберите трубки. Хорошо. Сейчас мы... Когда нам покажут уже какие-нибудь знаки? Все, закрыли.
Смотрите, никаких швов не осталось. Вот это мы. Мастера. И теперь... Хорошо. Пакет. Cavity fluid. Trocar. Все ставьте. А где этот? Это... Нет, это не то. The cavity bag. Нет, не то. Забыл. А, это должно где-то здесь. Где-то здесь, по-моему, нет? Это не здесь. И не здесь. Стоп. А где же это? Где же это было-то? А, вот. Вот пакетик. Все, забрали. Наполняем. Мразь, спи, лежи. Ага, все, да, это нужно вот эту штуку взять, забираем. О, я не смотрел, я не видел, хорошо, высасываем. Я что-то слышал. Как будто кто-то реально только что сосал из трубки. И такой... Газированная. Отлично. Хорошо получилось. Следующий пункт. Значит, нужно... Ага. Очиститель сделать. Каждый раз, когда иду, это просто дичь какая-то для меня. Все, вот. Нам нужно будет в подвал потом спуститься, походу. Походу, это безвыходная ситуация. Выбора другого не будет. Все, мы сделали? Да, tank cleaner сделали, отлично. Потому что осталась всего-то одна... Вот эта канистра. Кстати, я вообще не понял ничего насчет... Вот этих вот знаков. Что это? Что у нас здесь есть? Не знаю, пусть будет так, насрать. Да нет, это неправильно. Это неправильно, надо поместить обратно. Уберитесь. Уберитесь! А, я понял, как мы это будем делать. Все, нет, не надо брать эту метку, потому что мы просрались. Не так это все делается. Я не вижу никаких отметин... Никаких, абсолютно. Я что-то упускаю. Что-то упускаю. А что я упускаю? Погодите. А, нужно, да, салфеточки, конечно же. Все. Берем эту штуку, да? Давайте, ладно. Сейчас мы потрем ее. Ой-ой-ой, хорошо. Что ж, и что теперь делать с ней? Эта женщина чиста. Если в ней и было что-то, то я изгнал это даже без сжигания. Видимо. Идем. Никакой магии, друзья. Просто наука. Наука избавила нас от сатаны. Блин. О, нет. Так, хорошо. Ты не смотришь на меня, нет? Я же тебе эти кнопочки на глаза присобачил. Вряд ли ты сможешь открыть их. Ладненько, давайте обратненько. От... Все. Все. Да, блин. Не закрывай. Ты смотри, какой. Да дай сюда. А! Как все неудобно! Все, засунься. До свидания. Ты! Пусто. Брэд Малина. Брэд, здорово! Я раз с тобой не занимался вчера? Что-то не припомню. Стойте. Блин, иди сюда. Кто-то свет выключил в коридоре. Ну, классно. Опять у него рот открыт. Смелость. Смелость. Это мое второе имя. Вот так. Спокойно прошли. Так смешно, пальчики у него дрыгли на ногах. Давайте закроем это нафиг, а? Так. Так мне будет гораздо спокойнее. Итак. Ну, в принципе, делаем все то же самое. Что? Кто-то пробежался? Не послышалось?
Ладно, давайте просто осмотрим его, все. Мы уже опытный. Так, сыпь. Все ребята сдохли от одного и того же, походу. На голове. О! Нехорошо, нехорошо. Да. Бывает же такое. Блин, это мой Данте, походу, прошелся где-то здесь у меня в комнате. Я немножко обосрался. О! Это что? Это что, стигматы? Это Иисус, типа? Смотрите, тоже как у той женщины было, абсолютно. Абсолютно. Все, мы все? Типа все осмотрели? Не верю. Повернись. Окей, ладно, да, мы все осмотрели. Когда она говорит, мы все осмотрели. Он был там, я видел его. Раз. Итак, хорошо, запись вторая. Брэд Молина. 36 лет. Голова уродливая. Правое плечо с повреждениями. Правая рука имеет моль. Всякие штуки на правой ноге и контузия на левой. Есть! Успешно! Я никогда таких скримеров не видел, когда ты просто внезапно замечаешь кого-то, кто сидит в углу. Это пугает гораздо страшнее, чем когда ты какой-нибудь скрик сидела, потому что ты и так крик издашь. Куда я иду? Куда я, блин, иду? Я не сюда иду. Вот сюда надо идти. Все, идем скорее. Нам еще его бальзамировать. Ну, иди-ка сюда. Слушайте, я вот реально, я не понимаю, что нужно. Итак, letting strip. Это вот стрип, я не понимаю. I already have one of those. Может быть, я что-то неправильно сделал с тем, честно, пока вот и говорят, я не всегда понимаю сразу, что конкретно говорят, потому что я могу что-то пропустить, могу на что-то отвлечься, и только потом на монтаже делаю перевод. Поэтому, если вдруг я затупил и что-то пропустил, это потому что я еще даже не перевел в уме для себя ничего. Ну, я занят, ребят, слишком много всего. Понимаете? Слишком много всего. Ладно. Что мне делать с этим стрипом-то, я не понимаю. Ой, блин! Что? Это типа, это значит что-нибудь? Что это происходит? Убери эту штуку. Я вообще не понял, что? О, нет. Нет. Я хотел послушать кассету еще раз, чтобы попробовать разобраться как следует. А оно мне вот этого наговорило гадости грубых.
Так, погодите, нам же нужно зайти в эту программу-то. Я забыл. Демон начинает. Начинает. Хорошо, мы должны взять... Ага. Тут ты, блин, берись. Хоп, хоп, хоп. 07239 пароль от программы. Ключи! Потом возьмем. Что, блин? Еще раз. 07239. 07239. Есть! Господи! Смотрите, как сделать идентификацию демона. Еще раз. Значит, нужно пробальзамировать с помощью реагента и потом использовать letting strips. Я так понимаю, это... Да, это оно. Вот это нужно использовать, чтобы попробовать извлечь символы. То есть давайте сначала... Да, сначала мы сейчас этого чувака как следует обработаем. А потом попробуем пройти всю процедуру, да. Хорошо, пришло время зашивать его пасть. Это капы для глаз. Где эта штука? Где у нас... Ага, вот. Берем, берем. Сейчас мы тебе зашьем. Нет. Нет. Я игнорирую. Я игнорирую. Игнорировал, да. Я профессионал. Я профессионал. Хорошо. Челюсти зашиваю. Отлично. Я был готов увидеть тебя. Проклятый демон, такая кэпс. Надо использовать, они здесь внизу. Берем. Скорее, скорее, скорее. У нас времени мало. Нужно действовать как профессионал. Нам же сказал наш друг, врач. Он же наш друг, правильно? Хорошо, следующее. Итак, пора ингредиенты. Ингредиенты берем. Смешиваем. Няма. Не смотрим, просто кидаем. От, вкусно. Это нужно? Нет, это не нужно. Это... Нет, 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 не нужно. Стоп, берем. Ух, сволочь. Ох, мразь. Ох, мразота. Этого я не ожидал. Дем... О! Это я попытался нажать инвентарь. Если вы чувствуете этот ужас... В первый раз, пожалуйста, найдите ядовитые материалы, вставьте их и ждите, пока сердечный ритм чуть-чуть замедлится. Ваша плоть потрачена впустую. Дайте ее мне. Впустите меня. Большое удовольствие для меня заполнить ваши вены собой, пока вы гниете в муках за ваши грехи. Нет надежды, Ребекка. Ты увидишь меня, Ребекка. Грубо. Это где? Это вообще где мы находимся? Чей-то дом? О, ну. Куда-то нам нужно теперь идти отсюда. Что? О, нет, я видел. Смотрите, до сих пор у меня letting strip. Видите? Вот эта табличка. Что-то я... Что-то надо взять, я прослушал. Взяли. Какие-то шприцы, что за наркоманский притон? О, нет. О, нет! О, нет. Сейчас я проснусь. Сейчас я окажусь снова там. Нет. О, труп всплыл. Это тот труп, которого я сейчас оприходую, нет? Что? Брось!
что за Latin Strip у меня все еще торчит? Я не понимаю, как это убрать. Смотрите, какие новые рисунки у меня. Я так понимаю, это просто бага. Вот, я перезагрузился с последней контрольной точки, и эта надпись наконец-таки исчезла. Мы можем продолжать делать наши грязные делишки. И это, да, всякие химикаты впендюрить. Че не взял? Че не взял? Почему не взял? А, это блич, это мне не нужно. Сорян. Так. Ага. Угу. Ох. Ох, и не забываем про самый классный реагент. Положили. Так, давайте вспомним. Теперь нам нужно забрать вот это и забрать вот это. А еще... И нужен тюбинг. Тюбинг, я забыл, где у нас тюбинг. Не случайно здесь? Да, тюбинг здесь. Стоп, я... Да нет, стоп, вот. Вот, раскрыли. Извините, вставили. Вот! Ничего, сейчас мы с тобой поработаем, чувак. Я тебя вычислил, считай. Тебе хана. Мы же можем использовать карточку, интересно. Давайте посмотрим. Так, где-то программа. Секунду. Когда мы сделали формальдегид, все вот это бальзамирование, всю фигню, используйте... Ага, а зачем я закрыл? Зачем я закрыл? Открой и выйди, да. Пусть сразу будет на экране у нас потом, чтобы лишние движения не делать. Использовать! Так, выключить. Как использовать? Lighting strips! Ну как использовать-то? Я не знаю, я не понимаю, как это работает. Туда нажать. Я... Смотрите, мне, во-первых, очень не нравится, что все изменилось опять. Все прогорело? О, блин, что был за звук? Что был? Что за звук? О! Сидит, мразь! Ага! Нападаю! Получай! Это я, конечно, ему показал, он обосрался, да. Непременно. Как убрать-то? Как убрать? Как у... Что это за клавиша? Квадратик! Что это за клавиша? Уберись! Все, пусть будет так. Все, теперь эта табличка опять будет мерцать. Ладно, наплевать. Стоп, давайте еще почитаем. Сравните демонические сигилы с демонскими именами из Night Shift Database, базы данных ночной смены. Что? Давайте посмотрим эти сигилы. Открывайся быстрее. Окей. Короче, если вот это у нас, то это Immolation. Как долго работает программа? Если вот это, короче, их... Смотрите, здесь есть видео какое-то даже. This is David.
feels insane, but I think you were right. This has happened a few times now, but let me see if I can get in here. There it is. Fuck. Fuck! Не очень познавательно, если честно. Я так и не понял. Смотрите, значит, нужно использовать эту бумажку, вот так держать, пока она вся не сгорит, я так понимаю. И тогда вот мы увидим какие-то там символы. Ну, давайте. Ох, ни хрена, жестко. Теперь они где-то должны появиться. Появилось! Появилось. Что я должен сделать? Я иду в программу у тебя извлекать из этого мира. Какой там символ-то был, я даже не посмотрел. Я хрен его знает. Сейчас разберемся. Какой? Сейчас. Стой пока там. Четверочка. Что? Этого даже здесь нет. Погоди. Стой там. Так, видеоуроки, ладно, не помогут здесь. Исчез. Хорошо, нам нужно как следует рассмотреть, может быть. Как хреново, вот все работает здесь. Непонятно мне. Так, у нас какая-то четверка. Вот. Куда я? Четверка. Символ четверки. Я же правильно его, да? Да, кстати, четверка. Сейчас мы сделаем. Мы по-любому сейчас это сделаем. Смотрите. Надо просто здесь посмотреть. Когда наверху четверка, это что значит? Вот. И тогда мы все поймем. Вот только тогда. Короче, это не дом Desolation. Это... Так, 4-4-4. И это не вот эта штука. Не Emulation. Что? Что? Погодите. Ни одного нету варианта так, чтобы четверка была сверху. Чё за нахрен? А погодите, а может быть она и не сверху должна быть? Почему вообще решил, что она должна быть сверху? Я что-то не понял. Четверка должна быть где-то. Точно. Четверка должна быть где-то, а это значит, что у нас есть, по крайней мере, два варианта. Это Мазет... варикет, ускорет. Нет, извините, у меня довольно-таки много вариантов. А еще это может быть Себос. Четыре варианта. Господи. Может быть, еще одну бумажку? Вторую подсказку, пожалуйста. Давайте, берем. Итак. Да, она должна гореть начать. Почему ты не идешь? О, кто-то там закрыл дверь, мать. Ребекка. Кто говорит мне? Ребекка. Кто говорит? Ребекка. О, туда? Туда? Вон она стоит! Ребекка. Священным писанием на тебя! Черт, нет! Я не знаю, куда мне... Как здесь неприятно жить. Я ничего не вижу, не понимаю, куда мне идти. Что? Что? О, где мы? О! Стоп! Где-то должно начать... О!
Она должна загореться там? Где? Вот! Ага, you bitch! Здесь? Нет? Нет, смотрите, подгорело. О, прямо тут, значит, да? На тебе? На тебе, паскудина! Я только не понял... А, погодите, вот. Ладно, ты останешься здесь пока что. Я сейчас с тобой не закончил. G! Четверка и G. Этого недостаточно. Мы еще походим. Все, я понял, как работает эта механика. Продолжаем. Продолжаем. И, кстати говоря, где-то же здесь еще, по-моему, было, да, что-то? Мне казалось, я что-то видел. Когда я первый раз попытался смотреть, оно что-то загорелось тут. Но я не уверен. Хорошо, пойдемте посмотрим здесь. Ага! Здесь, значит, да, где-то? Опа! Вот, смотрите. Пи. Будем считать, что это пи. Пи, джи и четверка. Ну все, подобрали, кажется. И джи, и четверка. Я иду. Сначала где у нас четверка? Вот четверка, пи. Это считается за джи? Погодите. Пойдемте быстренько посмотрим. Хм. Да, похоже, Пиджи это походу реально Сибос. Но чтобы быть уверенным, давайте посмотрим, есть ли еще такое сочетание. Так, это G четверка. Ага, ни хрена, ни хрена. Пожалуйста, перестаньте. Четверка, четверка. А, отлично, это Сибос. Я тебя вычислил, бэч. Ты поплатишь, значит, P, G, четверка и вот эта спираль. Так, стоп. 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 G. А, где у нас P? А, вот сюда надо. Да, блин. Ладно, спираль вниз. А, как нам поменять-то? Как их убрать отсюда? Смотрите, у меня теперь будут копиться эти менюшки. Неудобно это. Ладно, хорошо, пусть будет вот так вот. Вот так. О, тихо. Есть. Взять. Что это получилось у нас теперь? Take mark. Взять. Мы взяли. Следующее. Что у нас там? Следующее. Туториал. Срочно. Туториал где-то здесь. Нет, я же нажал вот. А, не открывается. Ты смотри, хакнул программу. Так, вот. Марка. Тут есть еще также текст, где говорится, что хоть демон может управлять телами, но ему гораздо легче управлять телом, который использует как сосуд он, то есть в котором он находится непосредственно. Поэтому нужно вести наблюдение максимальное за тем, как тело себя ведет, чтобы понять, демон-то внутри или нифига. Потому что хоть демон себя и проявляет с помощью этих сигилов, но он может быть даже и не в теле. Нам нужно его загнать в это тело. Итак, у нас Сибос, а я до сих пор не понял, что с ним делать. Я не знаю, давайте подойдем к телу. Вот, положил. Are you sure this is the right one? Нет, я не уверен. Я не уверен. I'm missing something. Так, давайте подождем. Надо его нашинковать, а точнее наоборот. Надо убрать с него всю эту фигню.
А, что-то еще не хватает, я забыл, что... А что, не хватает? Итак, cavity fluid, точно. Вот, нам нужно его немножечко, да, опустошить. Я не уверен, что это то тело, потому что он как-то вообще особо и не двигал им. Хорошо, высосал. Окей. Что там у нас осталось? Ага. Да, 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 да. Что там? Окей. Нам нужно еще раз сделать очиститель. Не уверен я, что это то самое тело, но походу мы точно имеем дело с Сибоссом. А давайте-ка заберем эту штуку пока что. Ты невиновен, я так чувствую. Ощущение такое. Теперь давайте разберемся с телом номер 3. Их всего ведь 3 здесь, правильно? Что там у нас осталось? А, салфеточками, конечно же, да, вытереть. О, нет, не могу. Ладно, погоди. Подержи пока. Все, на-на-на-на-на-на. Вытерли, вытерли. Все, мордашка чистая. Стоп, могу повернуть. О, она прям внутрь в тело вошла. Видите, никакой реакции. Значит, он в порядке. Забираем. Что? Кто-то был. Похоже, кто-то был. Я не особо рассмотрел. Ладно. Прям из шкафа лезет, гад. Сюда, я так понимаю, да, нужно было его? По-моему, он здесь был. А, нет, стоп. Он не здесь был. Он был... Брэд Малин, так вот, вот твой шкаф. Я не до конца вытащил, сорян. Почему? Не вытаскивается. Понятно, отодвинем. Вытащили. А, ну все, вот. Так. Ты пока побудь здесь. Я не... Нет, я от тебя не избавляюсь пока что. Ты пока лежи. Я думаю, меня не убьют раньше времени. Я должен осмотреть все тела. Кто такой? Вообще, я не прочитал. Август Уитни. Августус Уитни. Идем, идем, идем. Сейчас мы тебя осмотрим быстренько. Окей. Окей. Давайте. Давайте осмотрим. Итак, у него есть пятнышки. Вонючие достаточно. Блин. Еще здесь. Окей. На ногах. С другой стороны. Ага, с другой стороны тоже было. И вот здесь... Опа, смотрите, дырки. Но это еще не все, кажется, да? Странно. А что еще? Конечно, мы знаем где. На спине. На спине. Нет, 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 назад. Повернись. Что? Еще одну нужно найти обязательно. Но где? Повернись. И здесь нету. Где ты спрятал, а? Где спрятал? Ну-ка, говори быстро. Это мы записали. Повернули. It's okay. А, вот же! Не заметил дырочку. Хорошо, быстренько. Сейчас внесем это в базу.
Пациент номер 3, август, лет 50 лет. Нифига, он так молодо выглядит. Стоп, вот сюда. О! Так. Левая рука. Правая рука. Нога. На голове все отлично. Все начинается. Плющит, плющит, плющит! Вот отсюда причем. Кстати, да, надо не забыть. Так. Почему не могу? А. Могу это как-то... Ладно. Как мне это убрать-то? Я знаю, как убрать. Просто давайте положим ему сюда, вот сразу, да. Кладем файл в нужное место. Зачем вообще вот эти файлы? Зачем эти формальности? Мы тут с демонами имеем дело. Все вообще должно быть незначительно больше в жизни. Как все это утомительно, сложно и страшно. Закрой дверь, закрой, закрой, закрой. Так. Все? Лежат? Все в порядке? Хорошо. А, получается, это смена конкретная. Мы уже с вами выяснили, с кем мы имеем дело в плане демона, но нужно теперь убедиться, в каком оно теле точно. И пока что, насколько я помню, именно первое... Какие-то галлюцинации начинаются. Именно первое тело имело больше всяких различных дерганий, как мне показалось. Поэтому, думаю, да, думаю, мы имеем дело с демоном внутри той женщины, той девушки, молодой. Знойной красотки. Окей. Какого дьявола? Какого дьявола? Мразь. Не смей. А, круги! Круги! Ладно, все, готовим. Готовим вкусняшку. Быстрее. Не забываем про реагент, конечно же. Так, а еще забыл вот это, да, по-моему? Нет. Где он? Нет. Вот это, по-моему. Да, точно. Окей, 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 окей. Так, да. Скальпель. Ножницы. А, и тюбинг. Тюбинг, тюбинг, тюбинг. Это, по-моему, вот это. Есть. Я уже прям хорошо запомнил, где что. Разрез... Знаете что? Потащили его. Сто пудов это он. Он что, не даст мне? Не даст? No! А, что такое? Не трогай! Положь меня. Сибас? Сибос? Сибас это рыба, по-моему, такая. Я с рыбой имею дело. О, нет. Кажется, я просрал. Надо было сразу сжигать это тело. Посмотрите, он как терминатор, на самом деле. Похож на терминатор очень. О, ну. Ага, у меня еще есть артериальные ножницы. Вон он. Этот демон пытается как бы не дать мне себя... Что должен делать? Смотрите. Let me... Впусти меня, говорит мой клипборд. Нет, нет, что-то я упускаю? Что я упускаю? У меня больше ничего нету.
Куда мне идти? А, вот! Вы убили его! Вы выбросили его любовь ради вашего эгоистичного греха! В его последние моменты он жалел о вас. Что? Сожалел о вас? Хорошо. Just let me know, Rebecca. It will be over. Ага. Что за нахрен? Это было круто. Да, это тот самый чувак, который был в предыдущем видении. Это откроется или нет когда-нибудь? Почему-то не открывается. Там были же пошаговые инструкции, что дальше-то делать. Но походу мы и все. Не-не-не, все нормально. Оно уже на нем лежит, висит. А, черт. Так. Хорошо, у нас все на месте, да. Значит, нам нужно... Блин, а что нам теперь нужно сделать? Тюбинг, форсепс. И что там еще нужно? Блин. Придется сделать вот так, походу. Сначала дропнуть. Да. Взять метку. Как там ее? I can't hold anything else. Я не знаю, что мне с ней делать. Положить, что ли, сюда? А, все. Положил. Ура. Я не знаю, нужна ли нам эта метка? Стоп. Блин, я забыл закрыть. Ну, не закрывается почему-то теперь. Погодите. Мы все здесь вообще сделали? Мы же не промыли его даже, по-моему. Или промыли, я уже... Что я должен сделать? Что, блин? I can't use that here. Я ни черта не понимаю. Я запутался. Так, берем эту метку. Положим ему сюда. Пусть тут лежит. Мы типа запечатали его, да, в теле, получается, наверное. Ну-ка, а если взять бумажку, можно ее взять? Оп, смотрите. Оп. Новый? The door is open. Нет. Нет. Скорей, скорей, скорей! Слушайте, погодите, а это что за символ? Это символ как раз-таки, это все еще Сибас. Все еще та рыба. Погодите, вот, наконец-таки она заработала дальше. Теперь нам нужно назад взять эту штуку, этот тюбинг, который я здесь уронил. Блин. Что? Что такое? Что такое? Почему? Почему нельзя? Что это за звук? Бабуля! Нет, не впущу. Я не впущу тебя, бабуля. Мне кажется, ты мне вот это врешь. Ты мне вот просто пытаешься напугать. Я занята. Иди отсюда! Иди, бабка! У меня мало времени. У меня мало, блин, времени. Хорошо. Хорошо, 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 хорошо. Мы, кажется, запечатали чувака-то, да? Мы же запечатали его с помощью этой марки.
Возьмем бумажку. Фиг знает. Наверное, уже не нужно. Потому что это сто пудов тот самый демон. Ладно, давайте уберем. Как убрать? Все. Убрать. Не нужно нам. Мы все знаем. Мы все умеем. Забираем. Зашиваем. О, остался шрам. Что-то на нервах, потому что я весь дерганый. Бабка уже рядом. Нам надо быстрее. Итак. Да. Пакетик. Господи, как... Как мы торопимся, вы не представляете. Какой риск сейчас. Суй. Отсасывай. Соси! Не сосется. Вот. Демон точно внутри. Он просто пытается мне на мозги капать, чтобы я сломился и перестал четко следовать своей поставленной цели. Так всегда делает демон. Это даже к реальной жизни относится. Если у вас есть цель, вы должны к ней идти, несмотря на то, что демон будет шептать вам на ушко: «Вы не сможете, вы не справитесь, у вас не получится». Но мы знаем, что получится. Мы знаем. Мы верим. Вот что такое вера, друзья. Это вера в собственные силы. Все. Идем. Но здесь же ничего не осталось. Но здесь же ничего не осталось. Как же нам быть? Мы же не можем даже увести его теперь. Нам нужно... Нам по-любому нужно идти на улицу. Что? People make up stories. Death is a scary thing to a lot of people. No one's embalming any ghost bodies or whatever. Нет! А, нет. Еще время есть? Время еще есть? Походить здесь, побегать. Оп, с бумажкой с этой. А, погодите, есть еще? Я думал, сейчас придется идти в какую-нибудь штуку. Так, как положить, как убрать? Вот, все. Все, у нас есть tank cleaner? Есть. Я думал, придется идти в этот подвал, о котором говорилось в письме. Не придется. Все хорошо, все хорошо, хорошо. Прочистили. Ага, салфеточки сразу берем. Быстрей. Быстрее, надо сжечь мужика. Сжечь мужика! Зачем эти процедуры уже? Просто сжигаешь тело и все. Демон не может быть сожжен без чистого лица, да? Нет. О, нет. Инвентарь открыл. Где мы? Скорее! Все! Сжигаем! Себаса! Прожарим сейчас! И сожрем! Где морг? Крематорий, точнее. Как открыть? Простите, как открыть? Оу. А, подставить телегу сюда. Ё-моё, все ж просто. Давай. Надо, наверное, развернуть сначала. А? Так. Есть! Прощай, Себас! Ха-ха-ха-ха! Прощай! Победа! Что? Горит. Все хорошо. Он горит. Так правильно, это богоугодно. Победили? Есть! Ха-ха! Что, как уж на сковороде? Нет! Он высвободился! Не может быть!
Почему? Да, Господь помог нам в нужный момент, самый последний. Потому что вера была моя непоколебима. Реймон пришел, говнишка. Can I leave? I want to go home. You can leave. But once an entity finds you, all the houses of hell will do anything to get back to you. I'm sorry, but it doesn't end here. From now on, there is always a chance this will happen again, no matter where you are. I don't want this. I just want to leave. What do I do? I'm sorry, but there's no going back. I've spent years learning everything I can to keep these entities at bay. It's the only thing we can do. So what? You're waging some selfless holy war? It's not a war. It's survival. And I'd hardly call it selfless. We're caught at the front line of something larger. But I don't do this for some greater good. We either face it or fall to it. I wish I could claim to be someone better. Suffering hell to save us all. But I simply want to live another day, just like everyone else. When I first experienced this, I had to make a choice. I could run and spend the rest of my days in fear, or I could learn to face it and keep some semblance of a normal life. Normal. Right. It's not a life I would want for anyone, but choosing between a life of fear or control. You're the first person I've met to face this hell and survive. So I'm offering you a different kind of job. Work the night shift. Learn what I know. Give yourself a chance at a life beyond fear. I don't know what you experienced, but I know it uses the worst parts of you against yourself. The more you experience, the more you'll confront the darkest parts of your life. But through it, you'll become unbreakable. I'm offering the tools to take control. The choice is yours. I hope you come back. Эта игра продолжается? Нет, ты просто можешь еще дополнительные смены себе делать. Видите, концовка одна из пяти. Какую крутую игру они сделали. Мне очень нравится эта концепция. Во-первых, это жизнеутверждающая очень история на самом-то деле, поскольку здесь, ну, конечно же, да, тут говорится о демонах, которые вселяются в тела, и преодоление страха перед ними. Но на самом деле это можно переложить на нашу обычную жизнь, когда ты всего боишься, ты не можешь жить нормально. Преодолей свой страх, ведь нет ничего опаснее, чем твой страх. Преодолей его, и ты сможешь жить спокойней. Будет иного качества совсем жизнь. Прекрасно! Но также круто, что здесь есть целых пять концовок. Я все как раз таки думал, будет ли что-нибудь происходить, когда, там, не знаю, мы не то сожжем, не то тело. Или, и мне до сих пор была такая мысль, мы идем просто по сюжету заскриптованному, или мы реально что-то решаем. И да, мы решили, мы сделали это. Посмотрите, видите, демонов изничтожено один. И три тела забальзамировано было. Мы можем были, могли бы даже с одного тела, вот увидели, такой бы дергалось. Если мы взяли сразу того чувака, он бы пытался бы сопротивляться. А мы бы его тут же вычислили. Победа сразу сходу. Огромное всем спасибо, друзья, что смотрели. Если хотите, чтобы я прошел еще смены другие и показал вам другие концовки, ставьте лайк, пишите об этом в комментариях. Ну а с вами был Юджин. Увидимся во всех моих соцсетях. Телеграм, заходите обязательно, мой... Я его активно веду вот там внизу. Также будет там и Дискорд, ВК, в общем, все мои соцсети. И что я еще могу сказать? Напоследок, петюля, конечно же. Раз, два, три и пять!